Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impaled, а сейчас на ваших экранах был новый трейлер к патчу от разработчиков Zile, в котором они показали то, что теперь есть рыба в речках, есть динозух и птеранодоны. Это самые главные наши сегодняшние герои. На самом деле, я очень давно хотел вам заснять их, но у меня не получалось, потому что... У меня не было официальных серверов, и вообще у меня было почему-то мало серверов до этого обновления. Вот сейчас вот, когда вышло обновление, вот это вот патч на 4 гигабайта, у меня появились наконец-то сервера, и, собственно говоря, наши динозавры, которые новые вышли. Это птеранодон и динозух. Я уже давно хотел вот вам это все показать, но, к сожалению, не получалось. Вот сегодня настал тот, так сказать, день. Сейчас мы пойдем на самый хороший, ну, по количеству людей сервак, на самый большой. Я вот вижу, вот тапки мы в Рима по 100 человек, вот 126 человек, коннект. Короче, мне очень понравился трейлер. Меня очень хорошо удивили разработчики Zile.
Они на самом деле выводят уже игру на новый уровень, и это хорошо, потому что это уже куда лучше, чем раньше. Вот смотрите, у нас в хищах добавили двух новых динозавров. Это Динозух, сейчас он прогрузится, вот. Пока тут нельзя о нем узнать. И Птеранодон. Вот. Сейчас мы начнем, пожалуй, за Птеранодона. Посмотрим, как оно вообще работает. А вот добавили, кстати, места спауна, где можно заспауниться. Я предлагаю нам заспауниться где-то вот здесь. И сейчас мы начнем. Собственно говоря, вот наш графоний. Да. Пока не прогрузилось ничего. Вот я, пожалуй, вот так вот камеру приближу. Пока все прогружается. Давайте сразу включим запах. Птеранодон очень хорошо выглядит, прям балдежно выглядит. Сейчас посмотрим. Так, рост идет. Да, вот самая фишка нового Зайла в том, то, что не надо нажимать гроув, то, что животные растут сами со временем и меняют свои модельки. Давайте посмотрим, как он, собственно говоря, выглядит. Моделька сама хороша. Очень хорошо анимировано. Сегодня в этой серии у нас вот Птеранодон и Динозух, кстати, будут, потому что я не хочу это надолго растягивать. И так слишком долго не выпускал ролики, поэтому надо, так сказать, все сразу вам подавать. Что-то я слышал Карнотавра, кажись. Или мне показалось. Короче, звуки он издает вот такие. Это у нас первая кнопочка. Это у нас вторая кнопочка. Это у нас три. Мы сейчас привлекли. Мы сейчас сидим, привлекаем чье-то внимание. Поэтому, как говорится, давайте взлетать. Чтобы взлететь, надо зажать... Ну, надо разбежаться и зажать пробел. А потом его отпустить. Вот мы, собственно, взлетели. Зажимаем пробел, чтобы набрать высоту. Стамина очень быстро тратится, прям кошмарно быстро. Вот сейчас вот полетели, смотреть окрестность. Вообще тут что Птеранодон, что вот нажали Z, чтобы замедлиться. Что Птеранодон, что Динозух могут ловить рыбу, которая находится в речках. Нам сейчас надо, соответственно, наверное, скорее всего, полететь к реке. И у реки мы сейчас посмотрим, так сказать, что там вообще происходит, что там по идее и так далее. Графика, как всегда, на высоте. Все очень классно. Мне очень сильно нравится. Стамину набираем очень долго, прям. Кошмарно долго. Так, там птер. Все, ладно, мы совы, игроки, как мы знаем, тут даже своих жрать могут. Поэтому сейчас будем сваливать. Смотрите, на X мы крадемся. На X мы подкрадываемся, чтобы нас не спалили, не оставляем за собой следов. На C мы просто медленно идем. А не, это мы просто идем. На Z мы вот так вот идем, очень медленно идем. Анимация. Вот мы легли спать. Ладно, спать мы не будем, потому что мы выходим из игры на автомате. Так, ладно, давайте понюхаем еще раз. Полетим сейчас к водичке. Что-то я пока не могу понять, где вода. Так, ладно, разбегаемся. Так, у него не хватило просто стамины, понимаете? Кошмар какой. Вот пока мы маленькие, у нас нет почти стамины, и это очень плохо. На сервере, вот еще раз говорю, сейчас где-то 100 человек.
и очень весело. Сейчас для нас все кончится очень весело, потому что, ну, я не рассчитываю сейчас прям выживать до адольт птера, при том, то, что он растет, кстати, неплохо быстро. Птер быстро растет. Ну, все же, ну, я не знаю, доживу я или нет. Ну, вообще серию хочется сделать на двух динозавров сразу, чтобы вам все показать. Не затягивая, так сказать. Так, давай. Вот показываю полет с места. Опа. Нашел. В смысле? А это почему? Чё за баг? Меня наказали, что ли? Вот опять, чё за баг случился? Я просто не могу взлететь, прикиньте. Вот только что видел ютку, она побежала туда. Хотел напасть. Хотя я слабее ютки буду. Но в этом-то и была задумка. Я не понимаю, ты взлетать-то будешь, братух? Капут. Все, мы не можем взлетать. Помянем. Че, серьезно? Не, прикиньте, вообще никак. Может вот так? Как отбаговать-то тебя, брат? Вот случаются такие баги, вот. Как разбаговаться-то? Что за печаль-то такая? Так, ну-ка спать. Сейчас попробуем на сервак, что ли, перезайти. Давайте попробуем перезайти. По-быстрому, так сказать. Потому что баг, кажется, произошел. Жесткий причем. Кстати, для того, чтобы на нем снизиться, надо нажимать Ctrl. Так, ну-ка, где я сейчас был? Тапкин 2, по-моему, да. По-быстрому давай. Ага. Меня послали, видать. Ой. Это видео информативное, это не геймплей. Геймплейные видео по Зайлу у меня были до этого. Сейчас я просто хочу коротко вам показать. Поэтому, если я сейчас не зайду на сервер, ну, я зайду на другой сервак, покажу вам динозуха. Да, сервера полные, кажется, придется сейчас вам показывать динозуха. Ну, вы суть поняли, что он делает и как он делает. Единственное, что я забыл, кнопку захвата. Потому что, я как понял, птеранодон теперь имеет функцию снижения над водой и захватом добычи. То есть он может захватывать... Ой. Извиняюсь. То есть он может захватывать, так сказать, рыбу, которая плавает. Сейчас вот мы попробуем как раз таки за этой рыбы, вот на этом серваке, за динозуха поохотиться. Динозух, кстати, резается сразу в воде. Прям мгновенно. Опа, вот мы и наш крокодил. Ночного видения нет. Вижу второго динозуха. Он меня будет пытаться сожрать, да? Или не будет? А как погрузиться? А, во. Смотрите, короче, на Ctrl, блин, нифига он. Вау. Вот это балдеж. Чего, давай-ка вот сюда. Да, короче, с управлением все как положено.
Блин, ночь прям ночная, кошмар. Как включить это? Опа, это у нас что? О, тут есть жрачи, ё-моё, тут челик. Тут у чела есть еда, прикиньте. Короче, ночью придется нам сидеть, кажись, тут и не понимать вообще, что как выглядит, потому что ночи тут адски темные. И как-то так, короче. Вот, собственно, про это я и говорил. Рыба есть в игре, и это классно. Это очень хорошо, что есть рыба. Вот, мы сейчас можем внимательно посмотреть на нашего крокодила. Наш крокодил, в принципе, выглядит вот так. О. А как мне группу-то принять? Есть список групп? А, стопэ, я же сейчас могу вот так. Меня решили закинуть в группу, я ж могу вот так сделать. Там, по-моему, подтверждение на то, что ты в пати, надо было это. Блин, чуваки, киньте меня еще раз. Киньте мне приглашение в пати. Прикольно, чё. Да, тут, видно, группа у крокодилов небольшие. Блин, нифига себе, анимация-то какая. На крокодиле, кстати, расти очень долго. Я предлагаю дождаться хотя бы дня. Вот, короче, вот такой вот у нас крокодильчик, анимации, все прям очень хорошо проработано, прям балдежно. Вот это вот мы выплыли из воды. И можем на себя посмотреть на свете луны. Правда, ни хрена не видно, потому что гаммы нету, понимаете? Но что поделать? Можем вот так вот сидеть, ждать своей добычи. Вот этот мы просто куснули, вот это вот. Да, вот это вот на вторую кнопку мыши, но на правую. Мы делаем вот такой вот толчок, и мы захватываем свою добычу. В зубы и, собственно говоря, ее едим. Все. Так, что у нас по статам? По статам мы растем очень долго. Поэтому как-то так. Играть уже можно. Я хочу сказать вам с уверенностью, то, что вот уже можно играть, и это точно. Уже игра балдежная, уже достаточно динозавров для старта. И уже даже все хорошо проработано. Все отлично, все просто, ну, суперски. Наверное, я утра не дождусь. А что ты тут делаешь, братан? Тупо челик на дне сидит. Короче, динозух. Балдежная штука. А, ну вот, на пробел мы всплываем. Все как в управлении с птернодоном. Так сказать. У него, кстати, даже свой, ну, кислород есть.
Вот так вот помещаются, кстати, наши челики. Вот так вот помещаются. Давайте, кстати, почекаем, как у него хорошо работает нюх. Да, вот это вот наш нюх. Вот тут вот у нас показывают воду, мясо, следы крокодайловские. Во, видно, кстати, стало челов. А вот так вот, типа, когда нажимаешь сесть, ты вот так вот отдыхаешь. Когда крокодил отдыхает, у него рот открывается. Балдеж. Кстати, он получает баф после воды мгновенный, он начинает бегать быстрее. И это тоже, собственно говоря, замечательно. Коротко говоря, друзья, обновление очень хорошее, всем советую в него поиграть, обязательно причем. Буду, думаю, заканчивать, потому что на ночь еще неизвестно, сколько будет на этом серваке идти, темно, ну, толком ничего нормально не видно. Если вам интересен именно геймплей, который завяжется минут на 30, пожалуйста, нарезка в основном на 30 минут, скорее всего. Пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, я об этом задумаюсь. И обязательно, пока у нас майский, так сказать, перерыв, отдых, обязательно для вас сниму этот геймплей. Поэтому, пожалуйста, мне пишите. Ну что ж, дорогие друзья, я, кстати, очень рад, что у вас набралось на канале уже 916 человек. Для меня это очень хорошая цифра, давайте продолжать в том же духе. Так сказать, всем удачи и всем пока, друзья. Всем спасибо за то, что вы меня смотрите. С вами был Тутемпаут. Всем до скорых встреч, всем пока. Вот так вот у нас получился, маленький обзор на Zyle. Ждем новых обновлений. И, так сказать, ждем моего геймплея. Я думаю, он будет обязательно. Ладно, всем удачи и всем пока, друзья.